подзаебала эта тема. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия помазалась этим говном. Это, конечно, печально. Это печально. Поэтому быть пенсионером мне очень даже хорошо сейчас. Болтовня. Хватит эту болтовню слушать. Говно этот Советский Союз. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Ну, что это за пиздец такой? Ну, как это может быть в 21 веке? Хочется умереть достойно. И чтобы тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Да, мне было страшно. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Ну, вот какая разница? Ну вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? Супер гуд, супер гуд, супер гуд, гуд, гуд. Это полное говно. Сомнительно, но окей. Это полное говно. It's okay. То есть, чтобы ты понимал, консенсус полный. Mm-hmm. Полный. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю. И... Ну, ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Блять, я заплакал. Ну, это у меня вино дороже стоит, бутылка, блядь. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.